сегодня на несколько часов было остановлено движение в центральном районе. На 3,5 часа перекрывалось порядка 30 улиц, в том числе Степана Разина, от часовни Параскевы-Пятницы до улицы Сурикова, Покровского кафедрального собора. По такому маршруту прошли участники крестного хода, который был приурочен к 387-й годовщине основания города. В это время около 20 маршрутов общественного транспорта пришлось пустить в объезд закрытого участка, пока сотни верующих несли по улицам икону Преображения Господня, покровительницу Красноярска. Несмотря на опасения некоторых горожан, серьезных заторов избежать удалось. Улицы перекрывались по мере продвижения колонны, и на всех участках дежурили полицейские. Следующий крестный ход в Красноярске состоится 12 июля, в день двух апостолов Петра и Павла. А сейчас я предлагаю посмотреть фрагменты сегодняшнего крестного хода без комментариев. Для города? Да это для каждого человека в отдельности. Почему для города? Для города мир. Это же ход в честь, так скажем. Почему в честь? Ну, в честь 380-летия Красноярска. Нет. Ну, вы знаете, в честь чего ход? Да, конечно. В честь благополучия красноярцев. В преддверии Дня города. Вот знаю, что икону несут, которая покровительница Красноярска, Преображение Господне. Что значит для города? Я что-то не знаю, о чем сказать. Почему? Ну, спросите кого-нибудь. А для вас что значит? Крестный ход как бы убирает злую силу и очищает. Очищает и души наши, пока идем и молимся. Господь дает мне силы. Я приехала с Саяногорска. Вот. Сегодня была на причастии, на исповеди, на причастии. И вот Господь даровал мне такую радость быть на крестном ходе. Я очень счастлива и благодарю за это Господа. Я уже 7 лет хожу в храм. И все чаще, сейчас уже стал ходить. И оставил работу, решил стать монахом, понимаете? Домашним монахом, так сказать, молитвенником. Сейчас не работаю, только постоянно только в храм хожу каждый день. Все едины. Все идут вместе, независимо, млад или стар. Все идут. И всем хватает сил, чтобы дойти от начала до конца с верой. Нога заболела, поэтому меня подвезли сейчас, подвозят. Но вы даже из-за этого решили не отказываться? Нет, не отказываюсь. Я с удовольствием всегда стараюсь как-то по возможности принимать участие в крестных ходах. Поэтому слава Богу за все. 13, да. Слава Богу за все, слава Богу за все. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных. Храни вас Господь и да покрыет чистым амофором Матерь Божья каждого из нас. С праздником!